не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Сегодня исполняется 53 года главе Тувы Шалбану Караолу. В адрес главы Тувы поступают многочисленные поздравления от земляков, а также поздравительные телеграммы от известных российских деятелей. Так, с днем рождения его поздравил министр обороны Сергей Шойгу. Годы, что вы во главе Тувы, не прошли даром ни для самой республики, ни для вас. Много сделано, много пройдено и достигнуто на пути к благополучию региона и его жителей. Тува изменилась, стала лучше, современнее. У нее открылись перспективы в самых разных областях экономики. Не за горами то время, когда эти вложения начнут приносить свои плоды для жителей республики. За это большое спасибо и искреннее спасибо от меня и, конечно, от земляков. Сегодня на базе туризма состоялось открытие этнокворинг-центра для многодетных женщин. Этнокворинг-центр – это результат совместной работы дизайнера из Казахстана Ирзы Турсынзады и местных швей. Огромное спасибо за поддержку нас, я здесь говорю, нас, тувинских женщин, я вместе с вами. Правда. Огромное спасибо, дорогие женщины, за ваши много-много детей, которые вы увеличиваете действительно народ тувинцев. И самое главное, все-таки я думаю, дорогие мастерицы, которые со мной пробыли все эти дни, дорогие мастерицы, вам понравилось? Вы теперь, кто из вас будет интерьером тувинского национального стиля? Будете, да? Вот, это вот первые ласточки. Я думаю, вы затем будете обучать других. Центр, который носит социальный характер, будет работать на постоянной основе и предоставит возможность женщинам заниматься творчеством и на этом зарабатывать. Более того, лучшим мастерицам, которые прошли семинар и мастер-классы по пошиву национальной одежды на торжественной церемонии открытия, центра были вручены швейные машины. Амтар Валентина Солчаковна, город Кызыл. У нее трое детей, 7 внуков, все дети шьют и даже шьют у нее супруг. Как подчеркнул глава Тувы Шалбан Караол, центр в первую очередь важен тем, что мастерицы будут передавать национальные ценности в виде одежды или интерьера, в частности, подрастающему поколению. Также центр позволит многодетным матерям зарабатывать на своем хобби. Я так хочу, чтобы у вас все то, что вы хотите, желаете, чтобы это претворялось в жизнь. Мы будем стараться вас везде и всюду поддерживать именно ваших инициатив. Мне очень нравится. Я очень рад, что в этот день посетил вас. Мне очень нравятся ваши глаза. На сегодня в рамках центра нужно разработать программу функционирования этнокворинга, отобрать и обучить участников проекта для незанятых бизнес-ниш. Однако самое главное в открытии подобного центра – это создание рабочих мест в районах. Министерство труда и социальной политики Тувы ведет реестр и анализ малоимущих семей республики для формирования индивидуальных программ реабилитации семей участников губернаторского проекта «В каждой семье не менее одного человека с устроенной судьбой». В рамках данных мероприятий районные центры занятости населения ведут анализ ситуации на рынке труда. И такая систематическая деятельность отдела содействия занятости населения Министерства труда и социальной политики республики, направленная на снижение бедности среди населения, приносит свои плоды. На ярмарке выставки «На Адам 2019 были представлены работы и товары участников губернаторских проектов, получивших государственную поддержку от правительства Тувы. Так, Айлана Урстук, получив в 2017 году господдержку, открыла ателье по пошиву и ремонту одежды и рукоделия. И в дни празднования «На Адам» в местечке Тосбулак она представила свои работы. Чайна Донгак на праздничной ярмарке гостям и жителям Тувы предложила сделанные собственными руками изделия из овечьей шерсти. Чайна Мангуш стала участником программы содействия самозанятости в 2018 году и, увидев открывшиеся новые возможности, организовала свой мини-цех по переработке и производству изделий из овечьей шерсти – Эргиш. Айра Иналай – многодетная мать. И несмотря
Или наоборот, благодаря данному обстоятельству, воспользовалась программой трудоустройства многодетных родителей на оборудованные, оснащенные рабочие места в 2018 году, разработанное Министерством труда Тувы, занимается производством национальных сувениров. Государственная дума приняла в третьем чтении поправки, устанавливающие ответственность за воспрепятствование работе врачей и проезд машин скорой помощи. В соответствии с законом, за непредоставление автомобилю скорой помощи преимущества на дороге штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей. Нарушителя могут также лишить водительских прав на срок от 3 месяцев до 1 года. За воспрепятствование деятельности медицинских работников, если такие действия не содержат уголовного состава, штраф составит от 4 до 5 тысяч рублей. Если в результате здоровью пациента был причинен тяжкий вред, наступит уже уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет. В случае смерти пациента виновный может быть приговорен к лишению свободы на срок до 4 лет. Сейчас минимальная санкция составляет всего лишь 500 рублей. Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что законы были разработаны депутатами после нескольких резонансных и трагических случаев, один из которых, к сожалению, привел к гибели человека, находящегося в машине скорой помощи, который отказался пропускать лихач на дороге. Он отметил, что при подготовке ко второму чтению законопроект прошел всестороннее обсуждение с медицинским сообществом и экспертами. Федеральная служба судебных приставов сообщила об очередном росте числа невыездных должников в России, и это более 3 миллионов человек. Перед майскими праздниками их было меньше 3 миллионов. Как известно, невыездными могут стать россияне, которые задолжали более 10 тысяч рублей по кредитам, налогам, алиментам, штрафам за нарушение правил дорожного движения и услугам ЖКХ и так далее. В нынешнем году лидерами по неплатежам вновь стали клиенты банков, должники по алиментам, а также не рассчитавшиеся по налогам или штрафам ГИБДД. На должников перед службами ЖКХ приходится 5%. По закону неплательщики должны предупредить о накопленных долгах и возможных последствиях. ФССП уверяет, что это делается. По адресу регистрации отправляются почтой письменные уведомления обо всех судебных исках и возбуждении исполнительного производства. А если речь идет о взыскании крупных сумм, приставы приходят к должнику лично. Но на практике нередки случаи, когда отказ в пересечении границы должнику объявляется уже на пункте пограничного контроля. Так что лучше не рисковать и поинтересоваться возможным статусом невыездного заранее. Накануне в правоохранительные органы Кызыла поступило сообщение. Напротив частных домов по улице Колхозная в водах русла реки Каахем найдено тело женщины с признаками утопления, сообщает региональный следственный комитет. Установлено, что 16 июля 2019 года около 16 часов местными жителями в воде реки Каахем было обнаружено тело женщины монголоидной расы в возрасте от 45 до 50 лет, без внешних признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти установлена как утопление в воде.
В настоящее время органами дознания по поручению следователя устанавливается личность пострадавшей и обстоятельства, приведшие к гибели последней. Опрашиваются жители близлежащих домов, сверяются данные с базами без вести пропавших лиц для установления причины и давности наступления смерти. Погибшей назначена судебно-медицинская экспертиза. На стационарном посту Шевелик пресечен очередной факт провоза незаконной алкогольной продукции. Так, 16 июля в утреннее время на посту инспекторами ДПС в ходе осмотра транспортного средства было обращено внимание на груз, тщательно обмотанный черным клеенчатым материалом. Вскрыв упаковку, сотрудники полиции обнаружили 16 картонных коробок, в каждой из которых находилось по 4 пластиковых емкости объемом 5 литров, наполненные прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта. Акцизные марки и сопроводительные документы на груз не имелись. Общий объем изъятой продукции составил 320 литров. По данному факту усматриваются признаки преступления: незаконное производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Духовой оркестр правительства Тувы открыл военно-историческую смену в летнем оздоровительном лагере Чодура. 108 детей приехали на вторую смену Российского военного исторического общества в детском лагере Чодура, организованного в рамках национального проекта «Культура» в Улухемском районе. Открытие смены началось необычно и очень торжественно. Поздравить детей с открытием смены приехали музыканты Духового оркестра правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша. С детьми была проведена профориентационная беседа. Также им рассказали об истории оркестра и конно-духового оркестра Тувинской Народной Республики. Живой интерес у ребят вызвал мастер-класс на духовых музыкальных инструментах. Они вживую услышали звуки флейты, кларнета, альтсаксофона, тенор-саксофона, баритон-саксофона, тубы и других инструментов. Оркестр показал часовой концерт под открытым небом. В программу концерта вошли самые известные патриотические песни нашей страны: «Прощание славянки» Василия Агапкина, «День победы» Давида Тухманова, Владимира Харитонова и тувинский марш «Тулчушкун». Каждый номер концерта – знаковое произведение нашего тувинского композитора Ростислава Кенденбиля «Дагларым». Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах. От Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Переплата по займам такая маленькая. Совсем малышка. «Отличные наличные». Ну, очень маленькая переплата по займам. По республике переменная облачность, ночью местами небольшие умеренные дожди. В отдельных районах сильные дожди, грозы, град. Днем местами небольшие и умеренные дожди, грозы и град. В Кызыле переменная облачность, ночью умеренный дождь, гроза, возможен град. Днем небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16 градусов. Днем плюс 26, плюс 28 градусов. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, ну очень маленькая переплата по займам.